Тамилисских школьников научили терпимости. В библиотеке на Пионерской улице прошел открытый урок на тему «Толерантность народов мира». Ученикам 2 класса 18 гимназии рассказали о том, что такое дружба и терпение к другим людям. В рамках программы урока дети играли, ставили сценки и смотрели мультфильмы. Учеников 18-й гимназии библиотеки по традиции встречают сразу на пороге. Для ребят заготовлен интерактивный урок на тему толерантности народов. Для начала старший библиотекарь Лилия Бодрова рассказывает детям, что такое быть толерантным. Ребята, мы все люди, и я тоже могу обижаться, и сердиться на кого-то, и с кем-то поссориться. Но в том-то и разность, что мы должны с вами уметь найти свои ошибки и терпеть мнение и высказывание других людей, если оно вам не нравится. Мы ребятам рассказываем о том, что это за день и вообще, что такое понятие толерантность в игровой форме. Вот. В гостях у нас 2В класс, гимназия 18. Вот. И беседа на эту тему с игровыми моментами. Также второклассникам рассказали об эмблемах и символах толерантности. А в качестве развлечения детям предложили сыграть в клубок добрых слов. Передавая друг другу нитки, школьники говорили по одному комплименту. Ты красивые волосы. О, это уже я подсказала. Ты замечательная. После игры школьники разыграли мини-сценку по мотивам сказки «Репка» и посмотрели мультфильм о дружбе. О нашей съемочной группе ребят рассказали, что не понаслышке знают, что такое толерантное поведение. И в их классе поддерживается дружелюбная атмосфера. Такое клякса, объяснить ему надо или ей, что так нельзя делать. А по попе можно ей дать? Нет, просто надо словами все объяснить. Сейчас на нашей планете все народы дружат? Не все, потому что разные страны, Япония, Россия, Китай, они все разные и разговаривают по своим языкам. Уроки для детей на абсолютно разные темы проходят в библиотеке на Пионерской 20 регулярно. Уже 17 ноября здесь ждут школьников на мастер-класс по сказкам Владимира Сутеева. Станислава Меркурьева, Алексей Табаков. Специально для телеканала ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.